Доброе утро, Рексик, пойдем. Рекс, как нам с тобой повезло, да? Иди сюда, мой красавчик. Очень хорошая собака, очень умная. С детьми хорошо играет, несмотря на то, что мы его взяли вот таким вот уже стареньким барбосиком. Ждем сейчас папу нашего. А я пойду за Петрушкой и за Щавлем. Вот тут набрала пакетиков. Рекс даже с Марсиком ладит. Помнит, у нас была Женева. Она, не знаю, мы проснулись, ее не было. А Женя перед этим научил ее прыгать. И, скорее всего, она перепрыгнула через забор и куда-то убежала. В общем, потом мы ее не нашли. И в это же время объявление в Одноклассниках появилось по поводу Рекса, вот, и мы его взяли. И Женева, конечно, с Марсиком вообще не ладила, ну, потому что она была молодая, и она, в общем, гоняла его очень сильно. А тут Рекс вообще Марсика не трогает, Марсик может спокойно есть свою еду, его никто не отгоняет, ходит тут везде, и все с ним нормально. Вот наш щавелек. Нужно сейчас нарвать хороший такой большой пучочек башки Гали. Мы выехали 9 часов. Сейчас еще Афоньку заберем. Он ночевал. Все-таки старшие дети не захотели уже ночевать нигде. Были дома, а Афонька ночевал у бабушки с дедушкой. И сейчас мы за ним едем и на море. Мы взяли скейтборд и самокат Афонькин. Забираем Афоньку. Так вы же завтра приедете, девчонки. Мы будем вас ждать. Что вам вкусненькое приготовить? Ничего? Я хочу много конфетков. Много конфетков? Это бабушка Галя, дедушка Лёша. Привет, серенький. А вы поедете что? Дедушки Лёши? Да. Да, вели! Завтра. Афоня! Много конфет. Очень круто, очень радостно. Я Сева Полищук, радуюсь. Пристегиваем все, брата. Гриш, пристегивай его. Мы заправились. На 1000 рублей всегда заправляемся, когда туда едем, и на 1000 обратно. И, ну, потом еще хватает там поездку нам ездить и по станице. Да. Чем отличается дорога на Азовское море? Ну вот, соответственно, в Ейск и на Черное. На Черном пробке, ты просто встал и стоишь и никуда не едешь. А на Азовском вот так вот ты едешь, ну вот примерно 70-80, когда за КамАЗиком собирается много машин. Вот, поэтому сейчас, как только его обгоняешь, все отлично, можно 90-100 ехать. Но когда КамАЗ, то вот так вот едем, но, по крайней мере, едем, не стоим. Вот мы уже, сколько у нас сейчас, 10:30, мы в Каневской. И там еще нам навстречу создавать нам такую мини-пробочку, выезжают 2 КамАЗа со свеклой. Где танк? Танк, вон мы проехали, Гриш, ты что? Кстати, так что вот так вот едем, но зато едем, не стоим, это тоже круто. Слушаем музыку. Прикол, когда мы обогнали КамАЗы, а потом Гришка говорит, я хочу остановить, я хочу в туалет. А вот, вот теперь опять 3 КамАЗа поехало вперед. И вон там, по-моему, еще сзади. Короче, прикольная дорога. Вот сфоткаться в этих сухоцветах фиолетовых. Остановить. Все, нарвали даже букетик. Они даже еще не засохли. Да, пошли бабушке подарим. Чтобы связать пучок Петрушки? Нет, нет. Пошли. Еще нам примерно 40 километров осталось до Ейска. Ну да. Так, мы приехали. Сколько сейчас? 12, там что-то там 10 или 15. Пошли, в общем, все вылазить. Да, сына? Да. У меня сразу свой самокат. Вода желтая. Да? Ты куда уже кататься?
А тут машины могут быть, сынуль, надо аккуратно. Мы уже все в Ейске, курочка нас тут встречает. И рагу. Глянь, оно какое здоровское, с горошком, да? Мы собираемся на море. Все, я одела купальник, но мы все-таки решили, что в камышеватку пойдем на море, а вечером приедем и в цирк пойдем. Мы идем купаться! Как там вода, Гриш? Чё-то никто не залазит. Чё-то вообще людей нету. Единственное загорающее там голожопики. Что такие прикольные. Бабочка, бабочка, гля, летает. У нас уже перекус, мы покупались. Водичка, конечно, такая, свежачок. Сразу не зайдешь, надо привыкать. А. Есть нож. А что там где надо порезать? Тихо, тебе пчелка все улетела. Прям пчела улетела, улетела от Гриши. Водичка уже все-таки чувствуется, холода. Покупались нормально. Я что-то не ныряла. Страшно, мне голову мочить. Не хочется. Афонька тоже поплавал, да, сынок? Ты привык? Антоха загорает. А зачем ты очки, если ты глаза открыл? А где медуза, Гриш? Уплыла уже, да? Вынесла на мель, наверное. Не знаю. Это медуза. А, прям медуза, да? Ай, как-то холодно мне. Сейчас посмотрим на нее. Ну, чтобы девушку только она не ужалила. Не ужалила? Ух, нифига себе какая. Я думала, это пакет какой-то. А это медузище. Ой, лучше не надо. Ух ты какая. И живая же, да? Там где-то в нее внутри ракушки. Ну, давай тапок мой, Антош. Сейчас ее отпустим. Куда? Внутри гля сколько ракушек, видишь? Да, мам. А, не трогай, Зая. Она может обжигать. Мам, дай тебе шляпку трогать можно. То, что он у нее внизу. А, шляпку трогать можно, да? Шляпку трогать можно. Все, будем ее отпускать? Да. Давайте. А, вот эта синяя, да, может ужать? Да. Ага. Фиолетовая, да. Ой, как красиво, глянь, Гриш, что это. Водичка блестит. Ой, как классно. Мы как раз там накупались, сейчас уже поедем скоро. А еще хочешь? А в цирк не хочешь? Живая, да? Живая. Мясо. Ропан. Кто? Ропан. А это ж мидии едят, когда свежими, да? Или кого? И моллюсков. Мидии это эти плоские. Ну да. Вот эти мидии. Это ропан. Купили мороженое, сейчас покушаем. У меня тут фруктовый лед. Да? У моего друга из футбола. Да, я уже записался же на футбол. Ну да, ты баш Китая-то хоть рассказал, что ты на футбол записался? Так расскажи, что ты уже сколько? 3 тренировки, да, сходил? Угу. Одну неделю он уже, да, походу? Да. На футбол же Антоша записался. Футболист. Да, будет футболист. Такой, школа такая. Ну, там просто мальчики там тренируют молодежь. Ну, такие взрослые уже, им лет по 25. Мама. А Антошу теперь тренируют. Да? А в понедельник, когда как раз уедем, мы должны успеть мам вечером не выезжать. Угу. Это все от школы будет, да? Не, это на стадионе у нас. А. Долго бегать. Такая красота. Уже виноградик поспел. Я Ну,
Давай. Я вам дам. Давай нам. Съел чипсы даже. Даже если от голодания не только чипсы уходит есть. Да, она по нему видно, прям голодающий. Да, толстое брюхо вообще. Голодает. Давай, можно? Да. Так, все, давайте собираться ехать, дети. А там мороженое чье? Мое. Твое. Мы в парк приехали на такси. Подождите, пошлите билеты в цирк сейчас купим. Афонь, пошли. Мы билеты купим, потом покатаемся. Пошли. На чем ты хотел? А мотоцикле. А мотоцикле? Да, моя мама. Мама, я хочу. Купили билеты в цирк. Пойдем, Афонечка, иди сюда, уже нас запускают. Я хочу, чтобы какие-то несчастливые. Заходим в цирк. Подожди меня. Пошли, Афонь. Ой, да. Девятое, десятое. Пошли. Девятое. Девятое. У нас сейчас будет цирк. Так, все, мы все. А можно я потом попытаться, если будут в конце? Лиша пошел бумеранг попробовать запускать. Но мы ему сказали, покупай, только пусть тебя научат его пускать. Я не хочу на лошадь. Все ждем цирка. Да. Сейчас антракт. Все катаются. Да? Пошли искать, где наши мужчины. Крепко держи. Крепко. Дедушка Леша. Так я вам Антон Сергеевича еще привела. Ну что, ты пробовал? Мама, а? А, забыли. Забыли Афоня автомат. Забыли мы. Мы хотели, но забыли, главное. Еще фото с волком, да? Или волк это? Волк или хаски, да? Да, это собака такая, да? На шестой. Афоня уже с автоматом. Афоня, проходи вперед. Эти выбрали. Афонечка, нам сюда подниматься. Афань! Он уже пошел. Да. Искусство, дарили артисты большого.
Шагрёвку. Гриша теперь хочет в тире пострелять. А Фаня, иди сюда. Дается 6 пулей. Ага. Ну подожди, давай сейчас Гриша постреляет. Да, нормально. По животным, Гриш. Ты понимаешь, как нужно? Гриша сейчас будет стрелять. Ты куда вообще целился? Гриша один раз даже попал, да? С лимоном, ага. Нет, не иди туда, Антош, без нас не ходи. Нет, мы ждем здесь. Дедушка, соединилась? Молодец. Не попал. Не, ну куда ты-то попал? Мам, а можно потом делать? Дай я сейчас разок стрельну. Я по красной кегле попала. Ну по кегле как бы это. Ну сейчас уже пулики закончатся, и мы пойдем. Эти воздушки. Да! Ура! Ты же сам можешь стрелять. А у нас даже со Степой была воздушка в детстве. Мы стреляли. Такая? Нет, чуть поменьше. Ну да, все же не было пистолета, а у нас прям воздушка. По-моему, чуть поменьше. Можно потом еще раз это, 6 патронов все. Да? Да, вот это. Не, по машине не вышло. Ура! Антоха попал. Да, без никого. Нет, я по низу попал. Я буду по низу попадать. Подожди сейчас, Гриша. Гриш, скажи, куда ты? А он... Была утка? Стоит утка. Тихо. Теперь будем в свинину стрелять, да? Где свинина? Вон! Ага, точно. Она уже стоит прямо на краю, видишь? Да! Нет свинины. Молодец. Гриша взял себе пристрел какой-то в мишень. Вот в эту мишень. А Фоне теперь это не нравится. Он хочет на мотоцикле. Мимо? А, туда же выше, да? Подожди. Сейчас даем. Давай, Григорий. Там она не маленькая. Вообще мимо? Нет, в черную попал. Ты кто? Спецназ? Тебе помочь, спецназ? Вы я. Помоги, ну давай я бутылку. Да. Да, ты спецназ. Ты спецназ? Все-таки попал в десяточку. Один раз, Гриш, один ты раз попал в десятку? Нет. Он не один. Не один? Нет. Он еще два раза в четверочку. Ой, Дешка попал. Ура! Все? Спасибо большое. Теперь приехали на этот. Бумеранг, короче, пробуем запускать.